Ну, понимали, какой матч предстоит, но вот готовились, к сожалению, многое не получилось, вот не смогли зацепиться в зоне атаки. Вот, ну и допустили ошибки, пропустили голы, вот проиграли. Первая игра. Здесь дома, в нашем дворце, победили. Согласно, сыграли на ноль. Ну, тяжеловато дается. Такой идет напор, да, но я думаю, что должны все-таки поймать игру. Но ребята старались, претензий никому, молодцы. Всех нас с победой. Спасибо. Дмитрий Вячеславович, с победой. Владимир Горский, Спортфакт. Два вопроса. Что с Кулешем? И второй вопрос по Фасту. Почему он сыграл в Магнитогорске, был заменен, а сегодня опять вышел в стартовом составе. Это вопрос доверия, или вы изначально там думали, что первые там 2-3 матча Фаст сыграет? Кулешев приболел. Витя Фаст, ну, в общем-то, он сыграл там нормально. Просто 3 гола посчитали достаточно. Вот сегодня доверили место. Кубышев, ну, пока не могу сказать, но следующую игру пропустит пока. Следующий вопрос, Кайди. Пожалуйста. Семен Акиевич, агентство «Спорт», тренер «Гости». Вопрос по Жепис состоянию и ситуация равно в Денисе ПК. По Жепику сейчас врачи занимаются, вот. Пока ничего не могу сказать. Вот. Но Денисов ждем, тоже где-то после 8 сентября должен быть уже в строю. Вот. По новому, как бы без комментариев.